Молодые профессионалы. Четвертый региональный чемпионат стартовал в Воронеже. О способах борьбы с корыстно-насильственными преступлениями. Дом ходуном, кого просить о помощи. Социальный контракт, реализация на селе. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале в студии Лилия Ан. Здравствуйте. Федеральные новости. Границу с Россией начнет укреплять Украина, заявил 24 октября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, для укрепления границы Украина будет обустраивать ее в инженерном плане, а также увеличивать количество патрулирующих границы отрядов. «Это неотложная потребность, которую мы видим», — сказал Слободян. Он отметил, что инженерные сооружения по всей границе Украины с Россией должны быть возведены в скором времени, без значительных финансовых вложений. Помимо этого, Госпогранслужба намерена построить ряд модульных городков на российско-украинской границе. Новые сооружения будут предназначены для увеличения числа сотрудников пограничной службы, дежурящих на границе. «К реализации этой идеи мы будем активно подключать международных доноров», добавил пресс-секретарь Госпогранслужбы. Напомним, в 2014 году экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк начал реализовывать проект «Стена». На постройку реальной границы между Россией и Украиной уже было потрачено более 40 миллионов долларов. Однако выяснилось, что во время работы над проектом ответственными лицами осуществлялись крупные хищения бюджетных средств. К региональным новостям. В Воронеже стартовал четвертый региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Одним из организаторов этого мероприятия наряду с правительством Воронежской области является региональный координационный центр WorldSkill Russia. Основная цель чемпионата «Молодые профессионалы» направлена на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи в производственные секторы. Учащиеся Воронежского колледжа сварки и промышленных технологий вот уже четвертый год подряд участвуют в престижных соревнованиях. Мы уже не первый год участвуем в национальных чемпионатах по компетенции сварка. И с 2012 года наши ребята становились призерами этих чемпионатов, выезжали затем на всероссийские чемпионаты. Общеизвестно, что российский производственный сектор переживает не лучшие времена. На предприятиях трудятся в основном специалисты предпенсионного возраста, те, которые получили соответствующее образование еще в Советском Союзе. Увы, передовики производства давно остались в прошлом, да и молодые кадры не сильно рвутся осваивать рабочие профессии. Но постепенно ситуация меняется к лучшему. По данным сайта HeadHunters, среди самых высокооплачиваемых неофисных профессий наряду с парикмахерами и водителями являются сварщики. На сегодня средняя заработная плата представителей этой престижной профессии составляет 45 тысяч рублей. Безусловно, этот факт является серьезной мотивацией для молодежи. Участие в чемпионате WorldSkills Russia – еще и возможность заявить о себе на международном уровне. Для молодых это профессиональная стартовая площадка. Победителя ожидает почет и слава и возможность участвовать в отборочных соревнованиях на национальный чемпионат по WorldSkills. И с каждым годом и требования возрастают, но и мы, наша Воронежская область, старается сделать все для того, чтобы у нас появилось в колледжах новое оборудование, то есть, чтобы мы соответствовали стандартам, которые заложены в WorldSkills, что идет к нам на реформу профобразования нашего. Если вы думаете, что сварщик – это сугубо мужская профессия, то ошибаетесь. Эта конкурсантка с модельной внешностью, готовая бороться наравне с парнями за первое место в производстве сварочных технологий, не боится ломать стереотипы. Как все-таки девушка такая милая, модельной внешности, решила заняться таким серьезным мужским делом? У нас была практика в прошлом году в Песках. Мне очень понравилось. Особенно мне понравилось варить дуговой сваркой, электродами. Меня это заинтересовало. Мне предложили поехать на фестиваль «Молодые профессионалы». Я согласилась. Земляк и коллега Виктории из Борисоглебска, несмотря на свое немногословие, не теряет надежду составить девушке конкуренцию. Волнение, страх немного пробегает. Ну и как-то ни на раз не получается. Как-то. Не свое какое-то помещение уже незнакомое. По итогам проведения четвертого регионального чемпионата в каждой из конкурсных компетенций будут определены победители – лучшие молодые профессионалы. Из их числа сформируется сборная Воронежской области для участия в новых чемпионатах WorldSkills Russia. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41-й канал.
К другим темам. В начале октября наш канал рассказывал о социально-экономических предпосылках, обеспечивших Воронежской области верхние строки рейтинга по количеству преступлений в общественных местах. Заметим, что рост преступности во многом обусловлен социально-экономической ситуацией в регионе. Так, по статистике, из 9 тысяч лиц, совершивших преступления в январе-августе 2017 года, почти 75% – это воронежцы, не имеющие постоянного источника дохода. О корыстно-насильственных преступлениях на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области Алексей Пенкин. Грабежей, разбойных нападений, их 47%, ну практически половина от общего числа зарегистрированных. В 2016 году их было 501, в настоящее время их вот на 9 месяцев 375. На 4,5% всего-навсего кражи из торговых центров и магазинов увеличились по сравнению с прошлым годом. А что касается корыстно-насильственных, они уменьшились. Одно из средств предупреждения преступлений – это профилактика не только общая, по обеспечению порядка в общественных местах, но и индивидуальная в отношении лиц ранее судимых. Это условно осужденные, условно-досрочно освобожденные, лица, находящиеся под административным надзором. Вот о чем я говорю. Соответственно, почему они идут воровать? Потому что им нужны средства, а работать они не идут. Другим надежным способом борьбы с преступлениями служат технические средства. Порядка 30% преступлений раскрывается по камерам безопасного города. 4 января, по-моему, 2016 года у нас было нападение на автоколонну на Антона Овсиенко. Также гражданская позиция воронежцев играет значительную роль в поимке преступников. Также в железнодорожном районе девушка задержала грабителя. На улице пытался вырвать у нее сумку и убежать, но она оказалась мастером спорта по легкой атлетике. Догнала его и не просто отняла сумку, она его задержала. Где граница допустимых мер самообороны? В законе существует такое деяние, как превышение мер необходимой обороны. Поэтому каждый случай, опять же, нужно оценивать индивидуально. Но если потерпевшая, увидев, что преступник на нее бежит с ножом, взяла палку или кирпич и ударила его, то, я думаю, она ни в коем образе не превысит мер необходимой обороны. Но есть одно но. Если она его ударила кирпичом, у него нож упал в одну сторону, а он упал в другую, а потом она этот кирпич подняла и еще раз его ударила по голове, вот это уже совсем другая статья. Большое количество грабежей с разбоем совершается в южном и советских районах города. Нередко оперативники находят преступников по краденным вещам, которые те сдают в ломбарды. Сдал в ломбард на свой паспорт. На свой паспорт, да. А в Левобережном районе преступник совершал грабежи. Также фамилию его не называю. Житель Новоусманского района. Тот сдавал по паспорту своих знакомых. Но и он также не останется безнаказанным. Все золото, которое он сдал, оно изъято. Таков далеко не полный список способов пресечения особо опасных преступлений. Жизнь обязывает каждого быть настороже. Олег Котиков, Сергей Артемов, 41 канал. В редакцию 41 канала обратились жильцы дома 29 по улице Циолковского. С утра до вечера без перерыва рядом с их домом проходили работы, от которых дом буквально ходил ходуном. На жалобы встревоженных людей, которые не знали, куда обращаться в такой ситуации, отреагировали журналисты 41 канала. Совсем недоброе утро в жилой застройке на улице Циолковского стало продолжение вчерашнего дня. Воронежская территориальная фирма «Мостоотряд-81» ведет строительные работы всего в нескольких десятках метров от многоквартирных домов. Более чем шумная деятельность началась 24 октября без предупреждения местных жителей. Ну, если надо им, ну что теперь делать? Да и мне, например, конечно, нам надоело, ну а что делать-то? Надо, значит надо, никаких разговоров. Взвешенный философский подход к происходящему разделяют не все жители микрорайона. Второй день. Что они делают, не знаю. Бухают целый день. Вчера бухали, не знаю, до каких, наверное, после уж. И это... Что они там делают, я даже не знаю. Это, я вижу, что это не проводят, что ли. Как пояснили нам непосредственно на строительной площадке, здесь будет стоянка, предназначенная для специальной техники мостоотряда. А вчера начали вообще с полседьмого утра стучать мы. Это, и мы к ним подходили, это все бесполезно. Мы говорим, газовые трубы идут по барабану.
мы все знаем, блин. Вы понимаете, что говорю, дети малые, блин. Говорю, и соседка живет, блин. Мы вместе сходили с дочкой, блин. Она вчера целый день не спала, блин. С четвертого этажа то же самое, блин. Ну куда стекла трясутся, блин, дом трясется, блин. Ну это вообще, блин. Ну сегодня хоть с 8 утра начали, блин. Вчера уже, будем жаловаться в прокуратуру, мы жалуйтесь кому хотите, идите типа того, куда подальше. Как говорят местные жители, они предупреждали строителей о том, что в непосредственной близости от места производства работ проходит газовая труба, что представляет опасность, но от этого предупреждения отмахнулись. Попросили по-нормальному, по-человечески, ну хотя бы дайте час отдохнуть. Вчера, блин, без отдыха, без продыха, не знаю, что сегодня будет. Еще 3 дня терпите. Сами строители обнадеживают, по их мнению, небольшой рукотворный ад для местных жителей закончится уже скоро. Вчера началось, сегодня закончится. Мы вот извиняемся перед жителями, бабушками. Понимаем, что да, жалобы есть, подходили, разговаривали. Ну, сегодня заканчиваем все. Извиняемся еще раз. Ситуация крайне неприятная и не новая. И у нее вполне есть разрешение в рамках правового поля, о котором вспоминают тогда, когда жизнь становится невыносимой. Граждане имеют право обратиться в соответствующие службы. То есть Роспотребнадзор осуществляет измерение уровня шума, дает соответствующее заключение. Если это подпадает под действие закона, соответственно, составляется протокол и назначается административное наказание в случае установления состава административного правонарушения. А как мы знаем, Конституция Российской Федерации в статье 2 определяет здоровье и жизнь граждан как высшей ценностью, которую государство обязано защищать. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Звоните по телефону, пишите по электронному адресу, который видите на экране. Мы ждем обратной связи от вас. Когда-то село было опорой государства, а крестьянин – главным кормильцем страны. Ныне в России ситуация уникальная. Экономические успехи агропромышленного комплекса не сопровождаются возрождением села, его социальным преобразованием. Государству и агробаронам нужна только земля, а сельский житель – лишь досадная помеха. В одной из вымирающих деревень побывала наша съемочная группа. Село Фабрицкое, бывший хутор Фабрицкий, старейшее село Репьевского района, основано в 18 веке крестьянином Фабрицким, который сумел выкупиться из крепостной зависимости. Здесь жили в основном украинские казаки, крестьяне-однодворцы, а также служилые беглые люди из разных регионов России. Сейчас в селе проживает около 50 человек, всего 3 небольших улицы. Школа здесь закрылась, уже 9 лет на учебу детей в родцентр возит автобус. Закрытие сельской школы ускорило вымирание деревни. Молодежь разъехалась, а для той, что осталось в селе из-за развлечений клуб по выходным, да возможность 3 раза в неделю воспользоваться услугами почты. Из-за инфраструктуры на селе есть еще фельдшерско-акушерский пункт. Есть в Фабрицком особенная достопримечательность – Казанская церковь. В прошлом году жители села решили ее реконструировать на собственные средства. Местные казаки своими руками делают здесь ремонт. Сейчас отстраивают колокольню. По словам старожил, где-то в селе закопаны колокола. Искали металлоискателями, пока так и не нашли. Службы в храме ведутся только по престольным праздникам. Особенно тяжело в селе с транспортом. Автобус до районного центра ходит всего 2 раза в неделю. До Воронежа каждый день, но чтобы сесть в него, придется идти пешком 6 километров. Раньше скорая помощь не могла проехать по сельской улице. Больного либо несли на носилках, либо скорую тащили трактором. Недавно улицу засыпали щебенкой. В селе есть фермерское хозяйство, но там не больше 25 рабочих мест. Работы почти нет. Одна из семей, живущих здесь, поведала нам, как они справляются с обстоятельствами. Тереховы живут вчетвером. Николай с Еленой, сын Максим, дочка Татьяна. На момент съемок она находилась в больнице. Так как работы в селе нет, Николай ездил зарабатывать в город. Сейчас временно остался без работы. Живут на пенсию жены. Женщина-инвалид 2-й группы. Ей необходима квалифицированная медицинская помощь, которой в селе, к сожалению, нет. Для того, чтобы поправить бедственное положение, Тереховы воспользовались социальным контрактом, о котором узнали в социальной защите. Чтобы получить заветные 35 тысяч рублей, необходимые справки на помощь собирали почти 4 месяца. Потому что не знали, какие, то сначала справки одни взяли, отправили на Воронеж, сказали не такие, потом другие. Там вот так много
и брали. Полученную сумму семья потратила на кроликов. Все бы ничего, да животные эти прихотливые. Заболели, и поголовье значительно сократилось. До конца жизни думаем тут жить. А куда нам? Тут дети уедут, конечно, выучат, скорее всего, уедут. Девочка сейчас 9-й кончит, тоже уедет. У меня сын в Воронеже учится. Вот. И она туда же поедет, пока на первое время в Воронеж. А там видно будет, как выучится, кто знает. Может сюда вернуться, но здесь работы нет, делать нечего. Государственный контракт создан для поддержки семей в трудных жизненных ситуациях. Но мало кто знает, что может воспользоваться такой помощью. За разъяснениями мы обратились в социальную защиту Репьевского района. Социальный контракт – это государственная поддержка для малоимущих, у которых доход ниже прожиточного минимума. Это договор о взаимных обязательствах между малоимущей семьей и департаментом социальной защиты. Малоимущие у нас могут заключить государственный контракт социальный на такие виды. В основном у нас брали на приобретение личного подсобного хозяйства. В частности, у нас в Репьевском районе оформлены были за весь период существования этого контракта 4 семьи, которые одна из семей брала у нас кроликов и сено, корма к ним. Еще одна семья у нас брала корову. Семья из Прилужного у нас брала овец, и еще одна у нас семья брала тоже овец. Всего Департамент социальной защиты Воронежской области заключил 87 контрактов с жителями 17 муниципальных районов на общую сумму 4 миллиона рублей, которые потрачены на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и ведение подсобного хозяйства. Департамент социальной защиты провел анализ. По его данным, по истечении 3-4 месяцев доход в семьях после полученных выплат увеличивается в среднем на 50%. Возможно, это и выход. Но воспользоваться такой помощью можно только один раз в жизни. А что делать, если беда вернется вновь? Есть ли выход? Жители села любят свою родину, и не все готовы расставаться с родными краями, но нужда толкает к решению – покинуть деревню. Грандиозный суперприз. Мебель от Юнион на 1 миллион рублей и юбилейные скидки. Сеть мебельных салонов Юнион 25 лет на мебельном рынке России. А теперь о погоде. В Воронеже и области 26 октября православные люди отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также Вратарницей или Привратницей. Икона почитается как чудотворная. Ее оригинал, написанный по преданию евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Иверской молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе, просили защиты от пожара и об умножении плодородия земли. На Иверскую русские люди обычно устраивали банное обиходье. Жарко топили баню, ставили на полки настой из целебных трав и приводили в парилку больных эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать болезнь. По приметам, если петух на Иверскую вечером без времени кукарекает, значит погода переменится. А если петухи рано поутру запели, станет теплее. А вот на всей территории Воронежской области 26 октября пройдет дождь со снегом. Плюс 2 градуса в Боброве, Нижнедевицке, Лисках и Богучаре. В Борисоглебске такая же температура и пасмурно. Также до 2 градусов тепла столбик термометра поднимется в Бутурлиновке, Острогожске, Павловске и Рамоне. Дождь со снегом прогнозируют синоптики в Россоши, Семилуках и Хохле. Температура воздуха в этих городах плюс 2 градуса по Цельсию. В Воронеже также ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Воздух прогреется до 3 градусов тепла. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Это все на сегодня. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00, ровно в полдень в 19.30 и в 20.30 по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. Я с вами прощаюсь. До новых встреч и всего доброго.